Результат был вообще непредсказуем. Это лидер приехал в нашей конференции, и нам, мы дома, столько народу пришло, нам по-любому все надо было выигрывать у них. С какими мыслями выходили на буллит? Да ни с какими, что главное не паниковать, посмотреть вратарь и бросить мимо, и все. Ничего, упорно тренировались, первые три дня очень тяжелые, потом чуть-чуть сбавили. Ну, я думаю, хорошо, подготовились, сейчас опять набрали форму, и думаю, должно хватить сил до следующего перерыва. Вы часто тренируете буллит, вообще этот бросок? Буллиты вообще у нас каждую тренировку, мы всегда тренируем буллиты. Это вот при Назарове или всегда так? При Назарове вот всегда, после каждой тренировки бьем буллиты.